Добрый день, дорогие телезрители. Продолжая нашу добрую традицию, мы знакомим вас с нашими соотечественниками, которые волей судьбы оказались за пределами нашей Родины, но тем не менее они сумели состояться, проявить себя в чужой, в другой, в далекой стране. Сегодня у нас в гостях Мира Феновна Ушканова, сотрудник журналов «Россия и Китай», «Новый шелковый путь», «Великий чайный путь», «Большая Евразия», член правления общества российско-китайской дружбы. Мира, вы родом из Нюрбинского района? Ну, у меня мама, да, из Нюрбинского улуса. Папа из провинции Дзилинь. Сейчас все наши родственники живут в городе Чанчунь, это столица провинции Дзилинь. Родилась в городе Якутске. И считаю город своим родным местом. Ну и, конечно же, Нюрбу я тоже очень люблю. Село Малакай. Конечно, предопределено судьбой, потому что вы наполовину китаянка. Как получилось так, что вы оказались в Китае? Изначально я получила первое образование в России, в Якутском государственном университете, ныне СВФУ. Первое образование у меня английское. Переводчик английского и филолог английского языка. Потом мы с мужем вместе поехали в Китай осваивать китайский язык именно на родине моей второй, получается. И освоили китайский язык. Получила я вторую профессию, экономист, международный бизнес у меня. Специализация. А муж чем занимается? Муж тоже в международном бизнесе в области металлургии. Он тоже саха. Работает в московском представительстве в Китае. Вот я прочитала несколько очерков о вашем отце, да? У него очень непростая судьба. Вот как он оказался здесь и кто он такой? Ну, история, на самом деле, очень такая, до сих пор тема очень чувствительная, об этом не принято говорить, он полицейский, оказался в тюрьме без стен по воле судеб во время культурной революции в Китае, когда были очень такие сильные волнения народа и гонения, он был военный, его уже нет в живых. Но он сам вообще 49-го года рождения, это так получилось, что это тоже год основания Китайской Народной Республики. В этом году как раз Китай празднует 70-летие основания своей Республики Народной. И также 1 октября вот 2019 года, 70-летие дипломатических отношений между Россией и Китаем. Ну, раньше это был Советский Союз. Советский Союз был первой страной, который на второй день, 2 октября, принял новое государство, ну, которое называлось Китайская Народная Республика. Помнишь своего отца? Ну, в то время, когда я родилась, отношения Советского Союза и Китая были очень плохие. Это был враг номер один. Поэтому я в такой обстановке родилась. Меня назвали именно из-за этого мира, чтобы был мир во всем мире. До окончания университета не знала свой, как бы, второй язык, поэтому у меня было стремление поехать именно на родину отца, выучить этот язык, ну, чтобы потом служить, наверное, таким живым мостом общения между Россией и Китаем. Тосковал, наверное, папа-то? Папа? Ага. По своей родине? Да. Ну, наверное, будет лукавством сказать, что не тосковал, да. У него, тем более, там была семья. Первая семья, у него трое детей. Здесь тоже трое детей, поэтому он как бы разрывался между двумя семьями. Но мы все понимаем, мы сейчас до сих пор очень хорошо общаемся, дружны. В том плане, что мы понимаем, что это была политика. И когда оценивают, например, политику Мао Цзэдуна, всегда говорят, что 3 на 7, то есть 30% и 70%. 30% ошибки – это культурная революция, а 70% – это, ну, то, что он сделал хорошего для своей страны.
Общались вы на каком языке дома? Сахалы, мучалы. Да? То есть... С отцом тоже? С мамой на якутском. Ага. Я в детстве вообще думала, что у меня отец русский. Ага. Ну, у него нос такой большой, и он даже похож чем-то на Джеки Чана. Ну, такой... Думала, что потому что все же по-якутски говорят, ага, да, в якутской деревне, а почему-то мой отец по-русски с мамой общался. Я поэтому в детстве думала, что он русский. Ну, какие-то фразы, конечно, он нам говорил на китайском языке, мы учили песни китайские, поэтому все равно у нас какое-то было вот это стремление. А в каком возрасте узнала, что отец китаец? Ну, в садике. В садике-то все равно обзываются дети, да? Но с самого детства я почему-то, ну, с первого класса там была там как капитаном команд, старостой, все равно... Ну, говорили, что вот, ты китаянка, но я как-то этим гордилась. Ну, не то чтобы гордилась, в то время же это не принято было, это дочка врага народа, да, грубо говоря. А тут у меня какое-то внутреннее все равно было чувство, что это не есть плохо, что человек вне зависимости от нации, он все равно, ну, как ум не делится на страны. А он чем занимался? Поскольку не знал языка, когда оказался в СССР, ну, в Советском Союзе, и его профессия военного никак тут не котировалась, тем более враг народа, полицейский, поэтому он вначале лепил кирпичи, потом земледелие, ну, как и все китайцы, у него это было врожденное чувство, то есть он поднял теплицы в Малакае, потом, когда переехали в Хатас, он тоже занимался и земледелием, и в одно время был пожарным. Вот. Ну, потом, после, вот когда начались лихие 90-е, как-то вот это уже все открылось, был хаос в стране, да, там каждый выживал как мог, там какие-то эти вещи делал, ну, кооператив. Потом он стал владельцем ресторана «Золотой дракон». Один из первых ресторанов, по-моему, китайской кухни здесь был. Я бы хотела, конечно, чтобы ты раскрыла, я, конечно, знаю, да, как папа твой сюда попал? Были друзья, которые, ну, совсем молодые военные, да, и они видели, какие бесчинства творят хунвейбины. Интеллигенцию всю отправляли в деревню на тяжелый труд, они там мыли туалеты и так далее. То есть маломальски образованные люди, они все подвергались репрессиям, вешались на них таблички врагов народа. У всех молодых школьников, студентов были такие эти книжки Мао Цзэдуна с его изречениями. Ну, это был культ личности Мао Цзэдуна. Ну, он, по сути, до сих пор существует, наверное, он же на всех банкнотах Китая, да? И сжигались все труды древнего Китая. То есть учение Конфуция, Конфуций сжигался, учение Лао Цзэ сжигалось. То есть все наследие древнего Китая, оно было истреблено. Все храмы были разрушены. И многие бежали за рубеж. То есть кто бежал в Америку, кто... в Бразилию, кто в Советский Союз. Ну, вот в данном случае мой отец бежал в Советский Союз. Его первой фразой, когда он попал в Советский Союз, которую он заучил на русском языке, «Мне нужен переводчик». То есть это была единственная фраза, которую он знал на русском языке. Его отправили на Лубянку, и через некоторое время, по-моему, через год, я точно уже не помню, его отправили уже в Нюрбинский улус. На поселение, да? На поселение. Ну, там было много разных китайцев заключенных, но он был политический именно. Если бы не культурная революция, я бы, наверное, не родилась. И моя сестра, мой брат, поэтому я не могу говорить, что это плохо. Что-то плохое рождается, что-то хорошее. И наоборот. Это не постоянное состояние. Ну, как вот у Лао Цзэ, да? Древний мыслитель, философ, 5 век до нашей эры, 6 даже век до нашей эры, учитель Конфуция говорил, что в этом мире нет ничего постоянного, все течет, вода превращается в пар,
лед, она крушит, но она иногда может быть и спокойной. То есть это не статичное состояние. Мы не можем сказать, что Россия и Китай могут быть вечно друзьями. Как бы этого мы не хотели, как бы мы не хотели, чтобы в мире был мир, наверное, ну, как бы это ни прискорбно не звучало, наверное, такого не будет никогда. Всегда будут конфликты. То есть будет одна сторона, которая всегда будет хотеть воевать, бороться, а другая будет сторона, ну, как-то пропагандировать какие-то светлые силы. Поэтому это бесконечный процесс. Ага, ну, сейчас стараться. Времена, по-моему, получше? Ну, сейчас, да, сейчас самый пик взаимоотношений, ну, в том числе Россия и Китай. Но, как говорят наши эксперты, вот именно журналов Россия и Китай, и медиа, союза, да, что наверху горячо, вроде как бы, да, Си Цзиньпин дружит с нашим Владимиром Владимировичем Путиным, да, президентом России, но на уровне народа пока это еще не так тепло, горячо, как наверху. Какой менталитет у китайцев? Менталитет у них разный. Например, север Китая очень сильно отличается от юга. Наши предки, например, вот если говорить о клане Ву, ну, у меня китайская фамилия по отцу Ву, это, по-моему, пятая самая большая фамилия, ну, как у Джона Ву, они все родственники, получается, да, великого режиссера, даже было государство Ву, они изначально южане, потом они, когда начался голод, они уже переселились на север. Если даже брать физически, как они выглядят, южане, ну, маленькие ростом, темнее. Северяне, они ближе к России, душа нараспашку, они высокого роста, любят выпить, есть мясо, картошку, ну вот как-то вот так. И северо-восток Китая, север, он развит меньше, чем юг Китая. Гонконг, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, ну весь мир, он вообще делается, шьется, все фабрики находятся на юге Китая. Вы, наверное, знаете Джек Ма, да? Это вот типичный южанин. Также Дэн Сяопин, вот, который после был Мао Цзэдуна, он тоже. Вот они, кстати, одного роста, что Дэн Сяопин 1,52 м. Такой, да, маленький и Джек Ма 1,52 м. Вот такие они очень умные и завоевали весь мир своей. Ну, экономической реформы, можно так сказать. То есть, если у Дэн Сяопина это была политика открытости всему миру, да, то есть он открыл вообще мир всему Китаю, то Джек Ма, он через интернет, через свою платформу Alibaba, Taobao, он завоевал весь мир тоже именно в плане торговли через интернет. Смартфон Huawei и Honor, которые в этом году признали самым лучшим смартфоном в мире, ну, он, конечно же, получил санкции Америки, поскольку он там убил айфоны, но во всем мире пользуются этим телефоном. Ты поехала первый раз в Китай в каком году? И как ты ощутила эту страну? Я родилась в 81-м году. Uh-huh. Это год, ну, вот вы знаете, да, вот у меня даже печать есть. Uh-huh. Год петуха. Uh-huh. 81-й год. Uh-huh. В 3-м году uh-huh. мы всей семьей поехали в Китай, когда уже открылись границы. Мы там встретились именно как раз с первой семьей, с родственниками, со всеми. С отцом поехали? С отцом, да? Всей семьей поехали. И встретили там всех армейских друзей, они нас встречали очень хорошо. Ну, поскольку уже, ну, сколько времени прошло, да, и отец у меня уже там политическое оправдание получил. Уже было признано, что это была ошибка, культурная революция. Столько людей погибло зря. В 2004 году, после окончания ЕГУ, мы с мужем уже поехали в качестве студентов иностранных в Китай изучать китайский язык и культуру. Нет предела совершенства китайский язык, и я не могу сказать, что я в совершенстве им владею. Сколько буду жить, все равно буду его изучать, так же, как и якутский, так же, как и русский. У нас преподаватели вот такие толстенные словари переводили, да, делали, издавали, поэтому, но, да, есть перевод книги,
Николая Алексеевича Лугина «Лахунские повести», которые мы перевели на китайский язык вместе с переводчицей Ли Сюэ. Она вот моложе меня. И, конечно же, это проходило под редакцией китайских литературных редакторов в 2019 году. Я перевела на китайский язык фильм «Тойонкыл. Царь-птица», режиссер Эдуард Новиков. И Игуан Шен, художник и редактор тоже китайский, он редактировал. Но это, конечно, гордость, радость, что на Шанхайском международном кинофестивале наш фильм хорошо приняли. И очень есть хорошие отзывы в китайском интернете именно про фильм «Царь-птица». Также был там представлен второй фильм 2019 года. Это «Надо мной солнце не садится». Любовь Борисова. Ты с какого года там живешь? С 2004 года. С 2004 года. Меняется на глазах. Даже у нас на глазах меняется Китай. Угу. Ага, вот как ты воспринимаешь эти перемены? Со вступлением на должность нынешнего председателя, да, коммунистической партии Си Цзиньпина, он сделал такую очень большую акцию, которая называется «Китайская мечта и возрождение великой нации». Поскольку было именно все-таки, как бы мы не старались избегать эту тему, но было очень большое разрушение культурных реликвий. То есть страна была некультурная, бескультурная, скажем так. И сейчас все возрождается заново. То есть заново начинают изучать труды Конфуция. То есть во всем мире знали Конфуция, а в Китае самом нет. Заново начинают изучать Лао-цзы, какие-то вещи именно древнего Китая, возрождать национальную одежду и так далее. А мы не говорим в экономическом. В экономическом она, да, уже развитая. Ну, дороги хорошие, инфраструктура развитая. Да. Тебя назвали как посол мира. Ты очень долго, по-моему, стояла, года два или три назад. Посол мира? Да. Но у меня даже есть какая-то грамота, да, от общества. Да. Ага. Ну, много лет я занимаюсь именно такой народной дипломатией. Да. Это народное звание, так скажем. Есть такое. Мне даже вручали. Глобальными проектами ты занимаешься? Если говорить о журналах, это уже давно издается журнал. Главный редактор – это россиянин. Его зовут Владимир Викторович Бережных. Он живет в Иркутске. И много лет продвигает именно такое сотрудничество. Вначале у него был журнал «Россия и Монголия». То есть он наладил там связи, потом приступил именно к изданию журнала «Россия и Китай» в 2009 году. Вот уже у нас 10 лет, получается, журналу. Только в прошлом году у нас появился журнал «Большая Евразия». Это ответ Нурсултана Назарбаева и нашего президента Российской Федерации, инициативе Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», «Новый шелковый путь». Поэтому, вот, получается, у них встречные такие инициативы. Для нас, русских людей, россиян, русскоязычных людей, Евразия – это не просто какая-то геополитическая тема, инициатива, а это именно наш дом. То есть мы изначально были все евразийскими народами, поэтому для нас это не новая тема. Но в этом ключе очень много у нас интервью у президента Монголии, например, Таджикистана, Узбекистана. В этот раз интервью у нас будет и Айсена Сергеевича Николаева, и первого президента Якутии, и Андрея Саевича Борисова про Евразийский центр эпоса и культу, и искусств. Поэтому, ну, такая глобальная тема. Она издается во всех тех евразийских странах, да? Она распространяется в этих странах. Ага. А на китайском языке есть? На китайском языке вот конкретно двуязычный журнал «Россия, Китай». Ну, это вот две державы большие дружат. А евразийство – это более широкая тема. Его читают не только в Китае и России, а вот во всех странах, где есть русский язык. «Великий чайный путь». Второе название – это «Новый шелковый путь». Это же торговая тема, когда на верблюдах шелка и чай. Они несли дорогу в весь мир. Ну, получается, они завоевали этим шелком, бумагой и так далее весь мир. Сборник русских и советских песен на китайском языке. Сборник называется «Погуляем по России». Автор
и редактор, Долянский поэт, Мушица. Что интересного в этом сборнике? «Кутяночка моя» с упрощенными нотами на китайском языке. Аркадий Алексеев, так что вот в китайском сборнике. Долянский хор русской песни вовсю поет эту песню. «Катюшу», «Подмосковные вечера». Китайцы... Это народная, китайская народная песня уже. В Китае поют больше, чем... У нас. 美丽的白河飞来了，鸳鸯湖里多热闹。肥美的湿地安个家，偏偏起舞了逍遥。冬天来了，白河来了，好朋友们也来了。白河来了，朋友来了，鄱阳湖啊更美了。冬天来了。 白河来了，好朋友们也来了。白河来了，朋友来了，鄱阳湖啊更美了。美丽的白河飞来了。Это вообще любимые песни именно. Певучий народ китайцы, да? Певучий, да. Но они почему-то любят именно наши русские, особенно советского периода. Автор, да, вот русского текста Леонид Дербенев, он. В первом выпуске у нас была картина нашего якутского художника. Якутского? Ага. Якутского. Ну, как бы из Якутии. Художник Георгий Инешин. Ага. Из Ленска. Ага. Ныне живет и творит, и работает в Иркутске. У него очень много работ, посвященных именно Ленску, своей родине, на якутские мотивы. У него очень много работ. Я вам покажу альбом, который в России, он только в 3 экземплярах. Собираюсь дарить этот альбом музею Ярославского, поскольку здесь идет именно об установке серьге. Это первая серьга в Китае, на территории Китая. В 2016 году мы ее поставили на 9 мая. Это, вы все знаете, что Порт-Артур – это место воинской славы советских солдат. В 1945 году наша героическая советская армия освобождала северо-восток Китая от японских захватчиков. Это была милитаристическая Япония. И Квантунская армия была побита нашей армией советской. У китайцев как раз есть тема серьге, у них это называется хуабиао. Хуабиао – это символ императорской власти, но они делают его из мрамора. У нас, конечно же, поскромнее, из дерева, но поскольку в якутской культуре очень много схожего именно с китайской, у них даже в мифологии, в рассказах дракон, вот, кстати, Бодхисаттва Гуаин, она... с Дэйбирем, по этим преданиям, превратила дракона, небесного дракона, превратила в белую лошадь. И вот эта белая лошадь, а у нас же почитается, да, в Якутии, вообще Дюгэгэй, она именно тоже символ такой чистоты, благородства. Что у Лао-цзы, что у Милофу, его по-китайски зовут, Хатей-будай. У него также был Дэйбир. Три кита китайской веры, они объединены Дэйбирем. Это вот встреча мэров, то есть мэра Порт-Артура с якутской делегацией и Цинтао. Он дальше, после установки серьги, он дальше пошел по карьерной лестнице. Присутствовал Долянский хор русской песни. Они пели Кумысарыта, песню Кумыса на русском, китайском, якутском. Так что наши якутские песни знают в Китае. И каждый год мы на 9 мая возлагаем венки, цветы воинам, павшим. Там хронику же
вы отправляли. Да, есть целый фильм, да. Китайская кинохроника в 50-е годы, Центральная кинохроника снимала, мы, ну, как русский клуб, Юрий Филимонов, председатель русского клуба, перевел. И к 70-летию тоже был снят фильм, CCTV, также китайцы сняли, и, ну, очень хорошо сняли, и также сделали субтитры на русском языке, тот же председатель русского клуба Юрий Филимонов. Китайский народ благодарит именно тот период советской армии. Советский период любят, царскую Россию не любят, поскольку они считают, что это Япония и Россия свои проблемы решали на третьей территории. Поэтому стараются избегать ту тему захватническую, ну, как по их мнению. Они, кстати, асохой не умеют танцевать, китайцы. Вот получился такой хоровод. А насколько религиозный народ? Только начали возрождать. А так, это было во время вот культурной революции, это все было народное верование. Нельзя было молиться, нельзя было иметь какие-то алтари дома. Сейчас я вот, когда хожу в гости к обычным людям, вижу всегда, ну, домашние алтари. Кстати, вот черепаха – это символ севера. Тише едешь, дальше будешь. Мамерлай. Мамерлай означает «делай все медленно, не надо торопиться». Если ты делаешь медленно, ты это все, ну, как бы сделаешь хорошо и лучше. Даже говорят, вот если бы не развал Советского Союза, не было бы нынешнего Китая. То есть они посмотрели, как развивается Советский Союз, учли все ошибки, посмотрели и потом развивают свою страну, как бы социализм, но с китайской спецификой. То есть вот эта китайская специфика, она покрывает все. То есть там и капитализм, ну, вроде бы как социализм, но когда ты попадаешь в Китай, ты это не совсем ощущаешь. За счет чего такой прорыв был? Как ты думаешь, живя там уже? Я думаю, что совмещение именно идей Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Не только идейное вот обожествление, обожание Мао Цзэдуна, да? А именно вот подкрепление каким-то насущным, материальным. То есть это баланс между идеальным и материальным. Дают такой, наверное, результат, баланс. Ну, это в политике, в идеологии, наверное, если вот взять простого китайца. Политика такая, государство, оно не вмешивается. То есть, как вот Лао Цзэ великий говорил, когда много законов, то это страдает народ. Когда государство не вмешивается, чем государство может помочь? Тем, что не вмешивается. То есть народ сам по себе развивается. Ну, то есть, если тебе законы не мешают, то ты и развиваешься, процветаешь. Миллиардный народ невозможно держать в узде, если он не был бы законопослушным. Поэтому есть какая-то все равно система, которая тебя контролирует, тоталитарная, но все же она дает тебе возможность развиваться в экономическом плане. Это очень трудолюбивый народ, по нашим понятиям. Он все делает медленно. Я бы сказала, что вот если даже вот посмотреть на шахматы и на вейчи, да, вот это же совсем другая философия. Uh-huh. Шахматы – это вот завоевание, обязательно выигрываешь, а вейчи – это вот более такая гибкая. Ну, то есть ты окружаешь, потом тебя окружают. Ну, как-то нет, это вот постоянное действие получается. Даже их-то вот это тайди чуань, это все очень медленное, плавное. Если вот сравнивать, например, характер русского человека, он такой очень твердый, либо да, либо нет, либо черное, либо белое, да, как-то вот все у него очень абсолютно, как камень, он твердый. Uh-huh. А китайская философия – это вода, вода. Это все, вот как Лао Цзэ говорил, как Брюс Ли говорил, будь водой, да, то есть не надо обязательно быть сильным, чтобы существовать в мире. То есть это, ну, такая другая философия несколько. А мы же горячие, ну, как-то вот я когда вот только в Китай поехала, мне казалось, все, надо обязательно, вот либо да, либо нет, либо черное, либо белое, ну, нет такого, вот скажи либо да, либо нет. Со временем я научилась как-то, ну,
более быть гибкой в этом плане. Не настаивать сильно на каких-то вещах, например. Ну, когда совсем уж не получается. Ну, русский характер – это открытый характер, да? Да, да. Ага. Якутский – немножко азиатский, китахайдах. Да. А вот китайский? У китайцев, ну, это, мне кажется, у всех азиатов. На лице особо это… Ты не выражаешь сильно радость, как-то не принято там, да? Если горе, тоже плакать не принято. У русских же как-то все-таки ты… даже человек умер, ты выплакал, и все. Тебе легче стало, а у якутов это не принято, вот они держат, мне кажется, поэтому у них больше как-то проблем, что ли, ну, именно в таком плане, душевном, а нужно в свое время на все, ну, как-то. А у китайцев, ну, допустим, вот рождение ребенка и уход человека в мир иной, вот эти сакральные вещи, как происходит? Ну, у них народу слишком много, поэтому у них это, конечно же, кремация. И провожают они шумно, как, ну, изгоняют злых духов этим порохом. Когда рождается ребенок, тоже радуются, ну, искренне радуются. Когда человек умирает, какое-то время они сжигают. То есть у них тоже культ огня есть, как у саха, да? Они сжигают эти, ну, послания, добро пожелания или какие-то специальные деньги, ну, чтобы ему на том свете было легче. Прямо у дороги, ну, вот, собираются родственники, 2-3 родственника, вот, и сжигают вот эти бумаги, поминальные и специальные деньги. Продаются деньги вот специально на тот свет отправлять. Обычно, если человек уже думает, что он, ну, вот, родственник умер, они уже вписывают его. Книгу мертвых. Ну, есть такое понятие. Там по мужской линии обычно вписываются. Ну, вот, есть алтарь, и туда вписываются умершие мужчины. С левой стороны находятся женщины, их жены. Дочки не вписываются. Ну, дочки, они уходят в чужие семьи, значит, уже все. Принадлежат другой семье. А вот как свадьба происходит? Свадьба очень быстро, в отличие от нашей. То есть это они там не гуляют несколько дней. Очень обычно там днем, в 11, например, ну, там обычно какая-то восьмерка должна быть. В 11, например, 38 начало, ну, и буквально там через час-полтора уже все заканчивается. Жених и невеста выходят, со всеми здороваются, обязательно должны со всеми почокаться, поздравительные слова, какие-то номера и все, в принципе. И обычно подарки только в конвертах. Ну, красный конверт. Вот я сейчас заметила, что в России, в Якутии сейчас появились эти поздравительные конверты. То есть это, ну, более такой материальный, более практичный, наверное, вид подарка, нежели покупать то, что тебе не нужно. В России вот девушки меняют фамилии, там как? Дети берут фамилию отца, а женщина остается. Ну, она может по желанию поменять, но обычно это не делает. А взаимоотношения мужчины и женщины? Традиционной китайской семье. В традиционной семье женщина внутри, мужчина снаружи. Ну, то есть он там работает, женщина за хозяйством смотрит. Но во время вот именно переворота 20 века это все поменялось, что вот идея пришла, что мужчина и женщина равны, появились женщины-шоферы, ну, вот такие профессии были уже женские, которые изначально считались мужскими. Ну и сейчас, конечно, современный Китай – это очень эмансипированные женщины, особенно в таких больших городах, как Пекин, Шанхай. Часто можно встретить таких женщин-одиночек, трудоголиков, которые, вот, как мужчины, работают и, ну, живут жизнью современной женщины. Те же американки, наверное, такие же. Ну и в России таких немало. В каком возрасте обзаводятся семьи? Ну, современные сейчас женщины после 30. Политика одного ребенка очень сильно сказалась. Даже одного ребенка некоторые не хотят, современные китайцы. На одного ребенка у него, когда он вырастает, ответственность родители, потом еще бабушка с дедушкой, и он их всех должен
получается, содержать. У них же там не все получают пенсии. Весь год китайцы работают, у них праздник – это вот китайский Новый год по лунному календарю. Праздник весны называется – Чунде. Со всего Китая или со всех стран собираются. Это как наш Исэх, наверное. Какую черту характера бы ты определила, что это точно китайский? Мышление другое. Есть понятие тыква-горлянка. Она символизирует то, что горлышко маленькое, а нутро большое. То есть китайца, когда ты первый раз видишь, ты думаешь, что он очень глупый, что он такой дурачок такой, да? Но то, что в нем содержится, ты никогда не узнаешь. Вот я бы китайцев описала так. То есть вроде бы со стороны кажется очень простой, очень глупый, недалекий человек. На самом деле в нем столько всего, потому что в иероглифах очень много информации содержится, как уже знаков. Поэтому его мышление очень сложно предугадать. У русских, у россиян все на лице написано, как-то все-таки другая культура. У европейцев, мне кажется, у американцев тоже очень все просто на самом деле. Ну, как-то все видно. А китайцы даже говорят, вот те же пельмени, это же китайская традиция, культура, кухня, да? Те же позы тоже из Китая древнего. Внешне некрасивые, а внутри ты можешь найти очень хорошую, красивую начинку, вкусную начинку. Поэтому чем больше узнаешь людей, тем больше они интересные. Ну, вот как-то так. Даже правительство Китая, если посмотреть, у них лозунг вот этого Мао Цзэдуна «Бэйрэм мэнфу» – «Служу народу». Они все такие, все невзрачные, в черных таких. Если посмотреть съезд компартии, они все такие совсем одним цветом, черные, да. Сидят на красном фоне. И не угадаешь, кто из них там бедняк, богач и так далее. То есть у них это не статусные машины. У них даже сейчас очень большие штрафы. Если ты там в ресторане, член коммунистической партии, что-то там оставил, не взял с собой, вот тебя могут за это оштрафовать, на тебя могут написать донос, что ты вот народные деньги тратишь вот впустую. Русской литературой они увлекались. Очень. Да. И сейчас тоже? Правительство большое внимание уделяет изучению русского языка. То есть вначале, ну и все равно, конечно, чтобы не говорили, английский по всему миру рулит, и что и в России, и что в Китае. Молодежь в основном по-английски говорит и стремится все равно на Запад. Но сейчас, вот поскольку политика, направление головы Китая в сторону России, поэтому взаимный интерес изучение китайского языка в России и русского языка на территории Китая. То есть это не только университетский уровень, а уже начинают потихонечку в школах обратно тоже возрождать изучение русского языка. Спасибо, Мира. Успехов тебе в этом благородном деле.